А почему моряков своих не защищают? Почему доллар позапрошлого века до сих пор остался долларом, и он в законе? А мой диплом опытного, квалифицированного механика, он уже сейчас ничто. Его надо менять. И за это платить 90 тысяч рублей. Кому? Почему государство плюет на моряков? В прошлом году я заработал дисторсию, почему я придуриваюсь, котскую жизнь веду. Вот. Мужик без денег не может. Поэтому я вот хоть сидя, но зарабатываю деньги. Да вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду.